Всем привет, на связи Ночной Ангел, как говорится, без воды. Погнали, крупное обновление. Впервые в истории в игру вводят Battle Pass. Что такое Battle Pass? Battle Pass покупается за деньги, в котором находятся всякие различные предметы, скины, там улучшения какие-то, которые, ну, коробочки, может быть, какие-то, ну, которых там просто так, может быть, и не купишь, всякие баннеры, ну и так далее. То есть стоит он денег. Все этот ивент, они пишут, что продлится с 8 декабря по 31 января. Вот, Battle Pass я тебе сейчас покажу. Значит, Battle Pass можно прокачать как бесплатный, так и платный есть. Но в платном круче, конечно, предметы и новая коллекция Технотрон, в котором есть тоже предметы, Технотрон и ОАшки. Технотрон, значит, аук будет. Технотрон будет дробь. По-моему, там что-то еще. Сейчас я все покажу это в игре. Вот. Значит, что касается прокачки боевого пропуска, то они ввели сюда специальные купоны. Купоны, значит, на 100, на 500, на 1000. На 5000 и на 10000 соответственно. То есть, если хочешь быстро прокачаться, купи как бы себе купоны. Купоны не суммируются ни с одними ивентами, кстати, не суммируются полностью ни с чем. То есть, специально сделали купоны под эту игру. То есть, если там какие-то ивенты в игре проходят на разных картах, то есть, они тоже не суммируются. Потому что будут задавать вопросы. Вот, покупаешь предмет. Сейчас я покажу, сколько он стоит. Купон, точнее, и качаешь боевой пропуск. Все, и гарантированно тебе падают призы. Ну, давай зайдем в игру и посмотрим. Давай все это поближе посмотрим с тобой. Значит, находится он с левой стороны. Вот, стоит он 450 рублей. Соответственно, давайте смотреть боевой пропуск. Сразу я зашел и получил, значит, пулемет. Дальше будет две планка будет, оружие XMAS 2019 года будет, да, десятка. Сай, цветовой никнейм, граффити. Это все бесплатно. Будут коробки. Будет вот Технотрон маска. 4 плюс урон броня. Колпаки. Здоровье на 5% увеличенное. Будут всякие дополнительные брелки. Бронежилет. Будет коробка снайпера. 10 штук. Игры, кстати. Коробка снайпера, одна штука будет бесплатная в бесплатном боевом пропуске. Леденцовое оружие, два скинчика будет. Ну, также коробки появляются. Также будет опыт сезона на 30%, опыт на 50%. Молот, премиальный взрыв очков. Опять 10 коробок на тигра. Золотистый берет. Вот, два предмета еще из коллекции будут. АС-50 и крисы. Берет интересный, кстати. Бонус. Скорость перезарядки, смена оружия. Интересный берет. Подобие, наверное, красного. Взрыв очков. Очень интересно. Взрыв очков. Одна штука на 100 тысяч. Это вообще прикольно. Так, дальше поехали. И, в принципе, все. Да, аптечка. И последний. Это вот Технотрон аук будет, который... который ты выбьешь, в общем, если купишь боевой пропуск. В принципе, все. То, что касается премиалки. Давай купим боевой пропуск. Все, мне дают две планки. То есть он у меня открыт. Придется только его выкачивать. В принципе, все. Заходишь в игру и играешь. Но чтобы быстрее прокачаться, конечно, нужно будет... приобрести вот эти вот купоны. Давай я тебе покажу эти купоны. Купоны на 10 тысяч, на 5, на 500. Я не знаю, я, наверное, возьму на 10 тысяч. Мне как раз немного не хватает. И я тебе покажу, сколько примерно на 10 тысяч можно прокачать, за какое количество времени этот боевой пропуск. Давай так сделаем. Итак, я задонатился, и теперь можно приобрести 10 тысяч опыта. Приобретено. Давай посмотрим, как это все будет в игре.
если я вообще буду играть. То есть награда добавлена в ваш инвентарь. То есть смотри, при покупке мне сразу добавили все в инвентарь. Смотри, все, что было в боевом пропуске, просто упало мне в инвентарь. Мне не нужно его выкачивать. То есть я просто его купил. Купил и забыл. Боевой пропуск ты покупаешь и покупаешь количество опыта. Итого получается 1530 и 450. Тысячу 980. Ну, короче, 2 рубля. 2 рубля. Заходим в инвентарь. И смотрим, а тогда... это так быстро, я не хочу так качаться. Это что-то как-то быстро получилось. Технотрон, да, у нас с тобой? Прошу прощения. Технотрон, наверное, будет с большой буквы. Если он вообще у меня пришел. Вот. Тесак. Странно очень. Давай еще раз смотреть. Где мой технотрон? Как его найти, тоже непонятно. Аук технотрон и маска технотрон. И где это вообще все искать? Давай еще раз попробуем. Где же мои все предметы-то? На букву Т ничего нету. И да, это все будет чиниться за... Возможно, коллекция еще не пришла. Ну, я не знаю, давай смотреть. И боевой пропуск у меня, смотри, он у меня пропал. Его просто нету. То есть его просто нету, я не понимаю, куда все девалось. Очень загадочный боевой пропуск я приобрел. Хорошо. Основное, пистолеты, гранаты. Много было брелков там. Давай посмотрим по аксессуарам. Так, брелки появились, смотри. Брелки появились, уже хорошо. Да? Что еще было в боевом пропуске? Давай по маскам пройдемся. Может быть, где-то маска все-таки появилась в инвентарь. Маска технотрон. Да, вот она, маска на технотрон у меня появилась. Но почему-то оружие не вижу. Технотрон. Странно очень. Да, маска 4+. Есть такое. Но это не коллекция получается у нас, да? Или это коллекция? Это не коллекция. Это просто... Ну, как просто оружие, я так понимаю. Но они писали, что она будет чиниться за... За ГП, что ли? Ну ладно, давай смотреть. Технотрон. Раз я его не могу найти, давай его вручную искать, раз он не набирается. Аук. Тем более вообще, ну все оружие технотрона, которое было. Или оно не пришло мне. Ну вот смотри, леденцовое оружие у меня появилось. Уже есть, да? То есть видно. Леденцовое оружие у меня есть. Но ауга я так и не нашел. Уже пропустил его. У меня не так много аугов. Ну все, в принципе. Остальные предметы, похоже, не пришли. Да? Скины. Скины вроде пришли. Да? Да, вот эти вот рики и чё, по-моему, были там. По 7 дней. Взрыв очков на 10 тысяч есть. Опыт пришел, а оружие почему-то мне не пришло. Ну, странно очень. Ладно. Как-то так. То есть, в принципе, я выкачал боевой пропуск, просто купив его непосредственно за 1500 и перекрестился. Если тебе интересно качать, ты можешь его просто потихоньку выкачивать. Там всего лишь 30 уровней. Вот. А если ты не хочешь качать, у тебя совсем не хватает времени. Кстати, вот он, да, цветовой ник. Ну, в принципе, все пришло, кроме предметов, я смотрю. По технотрону. Возможно, это коллекция, которая придет не сразу. В общем, буду ждать тогда, если это коллекция. Давай еще раз посмотрим, что нам пишут, значит, разработчики. Давай еще раз почитаем. То есть,
Как повысить свой уровень? Так, ну нужно прокачаться. Понятно, важно купить предметы пропуска. Так, это понятно. Этот боевой пропуск представляет собой. Существует два вида. Бесплатный, премиальный. Награды 30 уровня. А, вот, награды премиального пропуска гораздо ценнее. А за финальный 30 уровень премиального пропуска можно получить АУК от Технотрон на починку. Но я такого в инвентаре не нашел. Хорошо, давайте сделаем по-другому. Давайте я выйду из игры. Вот, прям сейчас, прям вот сейчас, прям в прямом эфире все это вот сделаем. Я прям сейчас вот запущу игровой процесс. Вот, и мы с тобой сейчас зайдем, и я посмотрю. Возможно, возможно какая-то задержка. Возможно, что-то пошло не так. Вот. И коллекция, наверное, может быть, придет. Возможно, придет. Не знаю, как это все работает. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. В любом случае, это новинка, это интересно. Вот, пиши, что думаешь по этому поводу. Не забывайте подписываться на канал. Вот, ставить лайки, писать комментарии обязательно под видео. Будешь ли ты покупать боевой пропуск? Вот. Сейчас мы загрузимся в игру. И еще раз посмотрим. Если там все синхронизировалось, значит все в порядке. Если нет, значит ну, что-то пошло не так. Да, и мы подгружаемся, короче, в игру. Давай еще раз смотреть. Да, и вот смотри, у меня теперь синхронизировалось все. То есть я сейчас выкачал, когда получил опыт, на 10 тысяч взял купон. То есть я выкачал, смотри, примерно 50% боевого пропуска. То есть мне, получается, нужно еще все-таки продолжать играть. Поэтому у меня и нету этих предметов. То есть у меня все открыто, да, но я не все предметы получил. Вот тебе наглядный результат. То есть у меня есть коробки, да, то есть вот ровно 50% я его выкачал. Интересно, можно ли купить еще, допустим, себе предмет на 10 тысяч. Не знаю, пиши, что думаешь по этому поводу. Если купить еще один предмет на 10 тысяч, я выкачаю или не выкачаю? Как ты считаешь? Если мы сейчас, допустим, с тобой возьмем и купим еще купон на 10 тысяч, сможем ли мы с тобой приобрести этот пропуск? Давай посмотрим. Просто сейчас синхронизируемся. Зайдем в магазин. То есть у меня 18 уровней прокачано. Мы заходим в магазин и покупаем еще купон на 10 тысяч. Предмет активирован. То есть он у меня пропадает. Вы видите, да? На своем экране. А, вот он. И мы смотрим, что уровень боевого пропуска становится 30. Ребята. Коллекция Технотрон собрана. И все предметы у меня просто... Просто задонать. Не хочешь качать его, просто задонать. И все. То есть, ну, это вот так вот. В принципе, его можно выкачать, купив всего лишь за 450 рублей. Решать вам. Все на этом, я думаю. Все вопросы на трансляции, пожалуйста, Технотрон. Технотрон. Технотрон у меня в кармане. Это еще одна коллекция в мою копилку. Все. Всем спасибо. Как говорится, все свободны. До новых встреч, приходи на трансляции, не забывай подписываться на канал и писать комментарии, это очень поможет нашему с тобой развитию в игре и мне на канале. Пока!